под себя. Ну да, 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 да. О, ты ее продавишь. Мобы, мобы, мобы. Турель. Турель, мобы. Не забывайте тоже в турель тыкать по возможности, ладно? Я просто думал, я убью, я не убиваю с прокаста турель. Ага. Да. Ой, блядь, не больно. Ну, да заебал. Да, блядь, больно. На пушке сдет. До вулкана. Опа. Ну вы далеко были. Я прям вот я в этот момент тебе поставил на цели. А да. От турели тоже? Не, от цели, которые я бил. Мне кажется, там как-то так. Ой, бля. Да. Окей, я тогда не прыгаю, стою сзади. Я не могу, очень больно. Он ставит турель, откидывает меня, а это крутит. Говно. Да. Ты куда? Она походу вырданула сбоку. Пуш просто чистит, блядь. Да, 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 да. На красную пошли. Турель. Очень далеко. Жалко. А кто спиздил? Они сразу взяли. А. Шлёпки, блядь. Чё там, три бица? Мне жалко, ульты не было еще. Нет, только четвертого, я бы там закрыл. Фантома нет. Там что-то ходит, все, все, сука, вардует. Я на... Бля, какой вулкан-то хороший. Какой милый! Какой хороший вулкан! А это не наносит, да, не, нихуя. Да, я прочистил, пойду тоже бэк. Ну я тогда броню беру. Надеюсь на ваш урон. Ага. Ну, бристплейт-то как минимум, да, вставь. Ну я сюда, я просто начну с него. Кстати, в такой ситуации вот как раз я брисплейт и они вставляю, чтобы против мага они, да. А да, против физушников в мультигейшн вот этот вот. То есть два в одном. Где он, бля? Блядь! Сука! Чё там? Ловушка этой пизды ебаной! Я видел, где этот хуй, я бы прыгнул в него при приземлении! Я развернулся и в ловушку пошел. Спиной, красная сейчас. Красная, да. Не, ну получилось сейчас заебись. На самом деле. Я их буду закрывать, у них если нету этого, я буду завлетать, закрывать и уходить, он сразу ультанул, он... Причем неправильно, им надо было ультануть вас. Ай, ебаные ловушки. Я ушел. Давай. Мы, в принципе, прочистили, а они куда-то на синего пошли. Ой-ой-ой. А гир? For me? Это не настоящий сет. А сет-то? Не настоящий. Да, на самом деле прикольно еще получается тем, что я тяну ульту, я сейчас вулкана тянул, он получил всю ульту из-за того, что он не может притянуться. Ах ты ж пидор, блядь.
сделки, блядь, я сбоку был. Да нихуя себе. Эти нахуй не попал. Кто-то битс прожал, там кабан. Я знаю. Сладенький битс прожал в прошлом бою, блядь. Ой, а чё вы такие без хпшные, вам нормально? Нормально. Если сейчас похилился. Ладно, сейчас вулкан придёт. Сходил там в лес, похилился, ну знаешь. Сейчас я ловушку сниму на всякий пожарный. Okay. I see the choices before me. И да, надо вулкана выключать, он больше всего урона наносит по ним. Да, да пошел. Не, просто он в прошлый раз прожал битс. Ему не хватило. Вот. И поэтому окей, пацан. Ну там на самом деле нет смысла прожимать битс. Там надо битс прожимать, когда тебя притянуло, ты нажимаешь вот прям в сам сегмент ты прокаешь, прожимаешь битс и убегаешь. Ты справишься в них? Да. Я уж прочистил. О, что, ты кинешь фрикадельку? Окей, я не точу. Скоро красная будет, нам надо это. Окей. Бегу. Красная? Угу. Бег. Я, бля, бегу. Блядь, он спиздил. Все, все ушли? Да, мне не хватило. Зря прыгнул, надо было в него прыгать, не в камп. А я, получается, камп вернул в бой и... Не Бля, я чуть-чуть отстаю, надо... Иду. Не. Вулкан, кстати, без ульты. Я давайте прям прямой на вот. Страшно. Опа, блядь. Опа, блядь. Понаставила, блядь. Во-во-во, нормально? Да. Он не пойдет. Да, выстрелил. Да. Отлично. А, Миша где? А? Миша? Михаил, вы с нами? А, прием. Михаил. Так, Вадим, я тут остался, я очень рисковый парень, я очень не пишу свою силочку. Да, там самые два изворотливых, блядь. Я... Нет, не прилетело. Ну ладно, валим чё. Ну что, валим, да. Миш, пойдём. Каманих. Агиев? Начинаю собирать они. Сет, то, блядь, ты видел какой-то агрессор нахуй, блядь. Да. Кстати, мелочь, а... В принципе, вот после этого и того, достаточно после Они и Брисплейта у тебя есть уже достаточно CDR, и в принципе можно крашер вставлять. Да, я так хочу. Я пойду туда, там если что, я... Там желтая. Битстик, да. А то там вампирик, он смотри, это пизда не вытягивает. Не, просто крашер тебе прям, он сейчас дохуя урон дает больше всего со скиллов. Да, я знаю. Так, у меня есть ульта, я готов. Окей. Блять! Да ебаный, блять! Сори. Тут сначала ловушка, потом кабан. Потом ульта от вулка. Да. О, как больно! Как больно! Бля, они все нанесли урон. Да ебать.
Сорян, так, ладно, опять пассивнее игра, видишь, ждут меня теперь. Бля, там не прочистил? А, нет, нормально. Больно, сейчас очень хорошо, может быть, порезчиваю. Очень больно, видел? За два раза меня, блядь, сломали. Я причем хорошо в вулкану вошел, видишь, меня просто... Я даже все ему внес, как бы. Да и на самом деле весь косяк надо было мне битсовать, я, блядь, тупанул. Хотя мне даже не спас бы бит, потому что реально сначала ловушка, потом кабан, а потом ульта. Ну ты бы мог быть два раза под битсом. Ну, в теории, да. От души гений. Овца, блядь. Вот теперь я прожал бит. А она думала просто кабан. Не-не-не-не-не, тебе уже хуёво. Все нормально, у меня есть щит. Да, вот этот идет. Мобы идут. Есть. Зато вон, смотри, сколько лишних ударов Миша сделал. А, блядь, вулкан просто уже резнул с одним осторожным ударом. Здоров нам, блядь. Ибо здоров. Вулкан слишком наглый. Он думал, что его третий раз спасет, а я просто третий раз не в турель пошел, а в него пошел. Ну ты видел, ему там, блядь, прилетело нахуй. Блять, красная и мобы. Блять, она идет на... Нормально, нормально. Да. На красную тогда. Только тебя мобы видят. Да, они там, блядь, взяли нахуй за один удар. Так, я вот бэкаюсь. Давай. Аккуратно. Пойду на всех пожарных вордуну. Миша, осторожно, я ушел, Миша. Но они обосрутся сейчас и будут думать, что я иду к ним. Поэтому... Они же стоят на выходе, там, да, там ждут. Ну, я и говорю, да. Смотри. Фонтанный один. Вы еще раз можешь увидеть, как они стоят все недалеко. Сет и кабаниха в трансценденс. Кабанихи уже криты. Сейчас, смотрите, они назад пойдут, парни, смотрите. Ну, вулкан идет вперед. Ему нормально. Да ёпта, возьмём. Можно на голову, парень. Ну, погнали, да. Да ебаная, блядь! Что ты с этим аж прийти? Еп, отведу. Аккуратненько, командно. Так, Миша улетел, все хорошо. Ага. Я улетел. Сет пришел посмотреть, привет. Данные. Экстракшн. Я думаю, я не нравлюсь вулкану. Но он, на самом деле, он очень хуевый вулкан, он вообще не держит дистанцию. Я не знаю, на что он надеется. Он не то, что не держит, он слишком вот именно наглый. Они, видимо, не знаю, с танком привыкли играть или что-то в таком духе. Просто он бежит кинуть скиллы и остается после этого без всего. Ну, просто там слишком... Он слишком близко играет, мне... Я закрою. Да, я бегу. Да нормально, а я рут кинул, у меня в откате все было. А, мышь это, у них нет нихуя, погнали. Животное, блядь.
Бить. Да, я бью. Там мне туда надо, да, блять, ебать, я медленный. Ебать, охуевший. Красная, кстати. Да, я иду туда. А, я не пойду, я... Нормально. Везде красная лежит. Да, это вы там берите, а я... Сейчас я тоже бэкнусь, и можно сюда не пушить. Что, автомида нет? Да возьми ебаный камп. Бля, Сони прям вообще душевно стало, он просто идет нахуй. Да. Вот говорю, я тоже для себя вот тогда открыл, потому что он же мне понравился, Сони, но я что-то не добирал кулдаунов. Но я понял, что в принципе при стандартном билде там оверкап идет. То есть, ну и в принципе Сони ты действительно можешь игнуть. Бля, парни, можно я тебе возьму андуин? Да пожалуйста. Вам, потому что я сейчас туда буду впрыгивать и... Все, иду. Просто я туда влечу, они все мне внесут, я андуинусь и продолжу снова их ебать. Да. Я иду. Они сейчас будут медленно уходить назад. Вот мы должны. Да, мне сюда и надо было. Кабан. Нормально, я бегу. Ну вы должны, по идее, тут надавать ему. А вы все опыта вышли. Сейчас по экипу придут, парни. Турель. Сейчас турель. А, отлично. Ой, еще одна. И по экипу. Все, заходите. Ой, бля. Ой, бля, что я видел. Так, что это 15-го? Бля, я сам не ожидал. Отлично. Ну вот видишь, очень хорошо получается, что...